Всем привет, я Артур Решетов, и это ТОП ШОУ НЮС. Самые горячие новости шоу-бизнеса этого дня. Некоторое время назад на Первом канале произошли кадровые перестановки. Юлия Меньшова, которая вела передачу «Наедине со всеми», заявила, что проект изжил себя. Поклонники переживали за ее дальнейшее творчество. Однако Юлии нашли новое место. Как стало известно от источника Первого канала, Юлия Меньшова будет вести программу сегодня вечером. Вместе с ней в субботнем шоу появится Максим Галкин. На протяжении многих лет эту программу возглавлял известный телеведущий и главный редактор проекта «Стархит» Андрей Малахов. На сегодня это все. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Это были самые главные новости шоу-бизнеса ТОП ШОУ НЮС. И я, Артур Решетов, прощаюсь с вами. Пока!